Ну, я не очень большой специалист в этом вопросе, признаюсь сразу. Я не думаю, что православие может стать одной из основных вер в Китае. Это все-таки, наверное, больше из разряда ненаучной фантастики. Да, действительно, есть определенная часть населения в Китае, которая исповедует христианские ценности, и тем более православные. Ведь христианство тоже, но не едино. И поэтому мне кажется, что здесь больше политических целей, нежели миссионерских, поскольку Китай – это великая держава, успешно развивающаяся, начинающая влиять на мир все больше и больше. Это, по сути дела, уже сверхдержава. Китай сегодня примеряет на себя роль бывшего СССР и не безосновательно это делает. Поэтому я думаю, что там больше вопросы политики, межгосударственных отношений, нежели реальное, так сказать, желание сделать христианство православное, скажем, вариант православия христианства, как одной из основных вер в Китае. У них есть свои глубоко уходящие в историю религии, течения, теологические учения. Я думаю, что это может иметь какой-то определенный успех, только очень для небольшой части китайского населения. Ну, то есть для людей, живущих в Китае, я бы даже так сказал.